Киев. Здесь, во дворце спорта, состоялось совещание работников сельского хозяйства Украины. В совещании принял участие первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. С докладом о задачах работников сельского хозяйства Украины по выполнению решений 22-го съезда КПСС по дальнейшему подъему сельского хозяйства выступил первый секретарь ЦК Компартии Украины товарищ Подгорный. 12 тысяч человек участвовало в совещании. Они активно обсуждали насущные вопросы борьбы за высокие урожаи всех культур, за дальнейший подъем общественного животноводства. В конце совещания, горячо встреченный собравшимися, выступил Никита Сергеевич Хрущев. В большой и яркой речи товарищ Хрущев призвал всех работников сельского хозяйства Украины к быстрейшему претворению в жизнь решений исторического 22-го съезда Коммунистической партии.